Хотя COVID-19 существенно повлиял на работу всех центров культуры Даугавпилса, и они закрыты для посещения, тем не менее, эти заведения продолжают свою деятельность. Центры проводят инвентаризацию, небольшие ремонты, исследовательскую работу и организуют разные мероприятия в режиме онлайн. Центр белорусской культуры недавно выпустил кулинарную книгу, в которой собрано 30 рецептов популярных блюд национальной кухни у белорусов Латвии. Сборник издан на белорусском языке. Презентация этой книги с дегустацией запланирована на сентябрь 2021 года, когда должен состояться фестиваль «Белорусский кермаш» в Даугавпилсе. В свою очередь уже на этой неделе, 19 февраля в 11:00, Центр белорусской культуры организует вторую международную конференцию «Белорусские чтения», в которой примут участие ученые-исследователи из Латвии и Беларуси, а также представители из зарубежья. Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка и пройдет на платформе Zoom. Больше информации на сайте центра bkc.daugavpils.lv. Центр польской культуры также ведет активную деятельность. Благодаря наличию своей видеостудии, центр организует многие онлайн-мероприятия и демонстрирует внутреннюю работу. На официальной странице ckp.lv можно осмотреть новую выставку Илоны Линарта «Ружий кадр», познакомиться с традицией праздника Запусты и необычным исследованием в честь Дня Святого Валентина с историями любви разных молодых людей. Кроме того, ведется подготовка к онлайн-конкурсу польской и латышской эстрадной песни, который будет проходить с 1 по 15 марта. Спеть две песни на польском и латышском языке приглашают представителей всех возрастов. Центр польской культуры готовится к майским патриотическим праздникам, надеясь на послабление в ограничениях из-за COVID-19. Сотрудники Центра русской культуры сейчас заняты оцифровкой архивных видеозаписей, учетом экспонатов и творческой работой. Художник Петр Худопченок продолжает заниматься в лубочной технике и при возможности продемонстрирует свои новые работы. Русский дом также проводит удаленные конкурсы, последний из которых – конкурс юных чтецов «Мне теперь не до игрушек», посвящен Агнии Барто и собрал почти 140 участников. А уже 3 марта, во Всемирный день писателя, запланирован читательский марафон по произведениям Леонида Добычина. Параллельно с этим Центр русской культуры готовит поучительный мини-рассказ о предстоящей Масленице, которая в этом году пройдет без массовых гуляний, но под знаком домашних блинов и добрых пожеланий. Актуальные новости центра на сайте www.ruskiydom.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.